Как поясняют в ведомстве, однозначно определить, как называется кислородная станция и каков ее класс опасности, сейчас нельзя. Оборудование было разрушено в результате пожара, а документов и информации о составе, технических характеристиках и количестве кислорода на момент и после аварии нет. Согласно закону, эксплуатирующая организация была обязана направить в Ростехнадзор сведения об опасном производственном объекте для регистрации в Росреестре, а также заключить договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии. Но этого сделано не было. Хотя в случае ЧП при отсутствии страховки предусмотрен штраф для должностных лиц до 20 000 рублей, для юридических – до 500 000.